всем. Снова здравствуйте. Цвет отлично. Так, это уже. Что у нас Кейт пишет? Одержимый продолжил путь черт-проходить на лесе. И вновь спустился в самую глубину пустоты, чтобы вернуться оттуда с неким Ульгримом. Теперь уже невозможно отвергнуть идею, что это действительно легендарный воин и бессмертный, восходящий из легенд. Чего, кого танцевал, мали неплохо вообще. Я без конца благодарю судьбу за то, что могущественный союзник на нашей стороне в этой войне. И все же чувствую себя немного на взводе, когда он рядом. Сначала наш Ульгрим, потом эти недавние слухи о возвращении Рукина, я обеспокоен, что если и другие божества тоже начнут встревать в мирские дела, поговаривают не частенько так возникают в древние времена. Это возвращает меня к дальнейшей тайне Кимуна. Очевидно, что он или город последователей получает силу какой-то божественной сущности, но кто или что это такое? Я не накручно верю Кимону, что именно Эмпиган направляет его. Как он всегда утверждал, аура силы, которую изучал в лесах Кимона, кстати, еще когда я ощутил в ней злорадство по отношению к нему. Кимон когда-то был братом-инквизитором, но он покинул наш армию и стал изгоем за кодрин брачного рассвета. Его сила не от эфириалов. Я боюсь, что он вступит в какой-то темный союз неизвестно усилия силы. Конечно, если бы сам Эмпиган, старший бог из легенд, вернулся и в Каен, такая сила ощущалась бы в куда большем масштабе, чем в рядовом бесконечном. Бесноватом фанатики одиночки, возглавляющим группу бродяг. Тем не менее, независимо от сущности, настоящий избранник, очевидно, что он обладает значительным могуществом, и я встревожен, что нам ничего не известно о личности этой сущности и ее мотивации. Да, ты абсолютно прав. Здесь он отлично разбирается в тактике. Надеюсь, если ты видишь его. Слышите, у нас нет времени на политику. Я сожалею, мне холодно приемы. У меня еще не было причин верить, что помощь действительно пришла спустя столько времени, и все же вы здесь. Добро пожаловать в Мальмет. Как бы не было, я говорил с инквизитором Кейдом, хотя я, возможно, взяла на себе инициативу здесь, знаю, что у меня нет военного опыта, в отличие от него. Он будет советоваться со мной по небольшим операциям, но командование нашими войсками возвращение в Хон период войны. Что ты хочешь узнать? Или это, кто рявкает командой, и все остальные слушают, и по какой-то причине. Постоянно больше военного опыта, чем у меня. Не собираюсь стоять на его пути, но забота о людях моя ответственность. Ситуация все либо мертвые, либо ужасные изуродные, либо жертвы скрываются здесь, наши ряды тают, так что хорошо, что тут наш контакт с внешним миром быстро ворвался после нападения эфириалов. Мы потеряли надежду, когда родители вернуться в наш город. Вернуть наш город, да. Венценосный холм, когда-то бывший домом для правительства, мута и кусков сала. Куски сала. Жившее состояние для промышленности здесь теперь является резиденцией Тиродина Нарцелла, повелителя Котик, носителя множества стражеров, устраняется, откуда мы звали его инкубатором. Это место, куда забирают наших людей, как живых, так и мертвых, хирялы используют человеческие тела, так как сырье формируют плоть и живые кошмары, помещая нас в орудие наше собственное уничтожение.
Я не сомневаюсь, что то, что он здесь растет, это только начало больших пойми, независимо от того, является ли мамут уникальным экспериментом, или же ужас здесь отражается в других каких-то больших городах Мариланской империи, я могу только догадываться. Все еще происходит здесь, в Мальмуте, усердно организовывается Теодином Бацелом, повелителем Поти. Ну, пожалуй, Мальмут. Ну да, я говорил с Кристикой. Так. Он был имперским хирургом из Ирана. Ирлина. Ирлана из Ирлана. Который прибыл незадолго до начала нападения, но на самом деле был агентом эфириалов, посланным сюда, чтобы сеять хаоса в Гионе. Он упал благодаря его интригам. Странный хирург. Я поговорил с Курини, и кажется, она отвечает за этих людей. Здесь все настолько плохо, что мы и ожидали, но с ее знаниями и опытом мы сможем изменить ситуацию на мульти какой-то. Курини has informed me of an old resistance outpost up on the surface in the Steel Cap district. Вот она сказала мне о стиле базе с определенной поверхностью в литейном квартале. Они были вынуждены ставить выходы перед стали с противостоянием с конфинала. Чуть-чуть терпимый, да? Он его там подзачистил. Ребят, посетили город. Кстати, а что там? Держите огнем. That skill's not ready. Обана.
что ты? Это перекрыто. Литейный уклад кабеля. Где литейный? Я свечной колотал. Да, он там. Пробегать через канализацию. Come see what's left of my wares.
ready. Прогнуло. Come see what's left of my wares. Что у нас? Неплохо. I can't do that. Чем дальше, тем больше они на меня килы бросают. Они хуели, они часом, а? За мощный охотник. Ну, в честь есть. Эпический. Эх, ё. Неплохо, неплохо. The outpost is ours. Came with a cost. Those who lost their lives in the defense of mankind must never be forgotten. But we cannot let their sacrifices be in vain. We must first. Resistance had attempted to breach the gates of Crown Hill before. They were not adequately prepared. The remains of their fallen still litter the streets, along with the explosives they had crafted. I prepared a powder that should magnify the properties of their makeshift bomb dramatically. Enough to pierce those steel gates and give us an opening. I need you to take this powder and recover the explosives from the failed mission. Combine them at the Crown Hill gates and blast the damn things open. Only then will we have any hope of destroying the flesh. Once through, secure a foothold and report to all. Еще выглянув, и он присоединится к тебе. Чем мы можем ожидать министерства? Честно, это опрос, это не достигнет.
пытается образование из копии, называемое жизненным батком. Сбивается тело Гимна. Сел, вот Валбери, кто знает, уничтожение совместно совет плана Хирала в этой области остановит все улицы, которые он готовит для человечества. Можем позволить. Я разрушил. Цели, которые считают чрезвычайно важными. Если мы тогда либо обезопасим город, Крит Крускоин согласится. Если ты готов помочь, поговори с капитаном Уилфом. У нас есть проблема в литейном котле, требующий немедленного внимания. Well, have you sabotaged the ethereal effort? Так, ну что ж, у нас тут папа валяется, да? Is there anything you need? Так, ну, пожалуй, на этом все. Сегодня не хочу больше ничего такого делать. У нас план. Следующий день надо вот тут вот не дочистить все. А знаете чего? Давайте-ка. В сочном квартале есть неразрешенный вопрос, который бы надо было завершить. Осталось одна или две телеги. Как он не нравится, что я тут навязала. Это что сейчас было? Похож на звуки моста, но...
skills not ready. Будет на устойчивость эфира поднабрать. Конечно, есть. Well, have you sabotaged the Aether? Good. One less thing to worry about. Here, some iron bits for your trouble. Все это ушло, уничтожено в результате кровавого боя, потому что некоторые показатели прежнего встретили, если ты отправишься в фильм портал, прерываем любые странные тайники с оружием или мистическими припасами, компоненты примеси или мистической энергии, ты бы использовал все это.
еще раз поищем какой. Деление Фила. Однако. Ух ты. Кстати, здоровье вообще у этого мудрика. Бошник, 408 требует. Да, так не скоро. Хорошая штука, кстати. На 100% затрат энергии по навыку поднятия скелета. Потеряли стихии на уроне. Чуть больше надо тоже показать. Это дает защиту от эфира. Есть польза. Хотя нет, лучше может оставить. Удобное место. Что вам череп дает? Череп это попадает проникающим, ну и скорость бега. Скорость бега. Неплохая штука. Это что у нас?
Твою вообще плохо. Так, хорошо, задачу выполнил. Здесь. В принципе, никуда особо ходить не знаю. Теперь он меня вот тут раздел. Там и прохода не знаю. Деревянный квест на своей атаке. Верните бомбу с потерянием, уничтожьте врата бензинного стана. Купите канал фигура. Убежище. You found any supplies, weapons, enchanting powers? Эмбо, что ли, а? Skills not ready. Письмо. Это с нами. Я не надеюсь, что это письмо дойдет до адресата, но хочу развеять твои сомнения по поводу моих мыслей о тебе. Я все время готовился под этой впервые. Понял, что у тебя будет ребенок, когда ты думал, что открываешь это от меня все эти долгие недели. Пойми, какую невозможность, как ты вас осветилась в радости, я буду лелеять эту память целую своего последнего вздоха. Моя любовь, ты должна простить меня за то, что я не вернулся к тебе. В городе произошло что-то неописуемое, множество людей погибло, но я вспыхнул прошлой ночью. Но это еще не все. И мыслями ужасные твари бродят по улицам города, взвешивают людей. Убивают, либо не катаются. Мне сегодня, что из города сейчас не выбраться, сказали, что из города сейчас не выбраться, закрытый, а мост поднят, но здесь есть книги, и книги, которые мне могут помочь, моля, прости меня. Это от кого, кстати? Так, если это письмо найдет, я прошу срочно приходить. Медленно бросай ферму, никуда не возвращайся, брось, что произойдет в Мальмуте, спасаница или за его стены, двигай быстро, ни с кем разговаривай, куда должен спастись и спасти нашего ребенка, найди место безопасное и стоит воспитай его, где бы ты ни была, я все смогу выбраться и найду обещание. Это Бренок. Такого персонажа я не знаю. Какой-нибудь рефренер вполне вроде сделали такой дизайн.
Я блин, несъедобный. Вот такой маневр. Сейчас это уже не сегодня.